Колибри Арт представляет. Сегодня хорошая погодка, уже солнышко, дождик закончился, уже прекрасно. Бежим к лебедям, они вышли на берег. Вот они, красавцы какие, аж три. Класс. Ой, какие красавцы. Ой, какие. Перышки свои чистят. Красиво так, да? Вот таких красавцев мы увидели. С перышками со своими трусят водичку с себя. А лапки, посмотри, какие, да, у них? Какие красивые птицы. И нас не боятся, мы так близко. Мы в 2 метрах от них находимся. Класс. Должны нападать. Не, ну а почему они вообще должны нападать? Они видят, что мы мирно подошли, да? Мы же их не трогаем, правильно? Нравятся птички? Он поднял голову, смотрит, смотрит, осматривает. Перышки так вычищают, вычищают. Со всех сторон себя чистят. И перышко вылетело с одного. Летают, конечно. Да, могут лебеди летать. И утки летают, и лебеди. Вот, наверное, водитель... хвостом шевелит. И вот перышки прямо с одного летят. Повычищали сколько всего, да? Гнездо же их, помнишь, мы в предыдущем видео показывали, где мы видели гнездо, правильно? Вот, ложится на солнышке. Лёг. Ой, а кто это так крылышками? Пролетала уточка над водой. Ой, и нырнула. И вот еще уточки. Плывут. Два селезня, да? Камушек ему мешает, наверное, прилечь хочет. О, один прилег. А ну-ка, и этот хочет прилечь. А стом шевелит, тот лапкой двигает. О, какие красивые. Ну, ложись, ложись. Мы тебе ничего делать плохого не будем. Вот, он ложится. Песочек почему-то взял в рот, да? Мне же отойти от камушка, он все равно возле камня лег. Видишь, и головки положили, да, Нют? Отдыхать думают. А вон уточка поплыла. Так интересно, что лебеди все-таки нас не боятся. Мы так близко возле них находимся. Они свои перышки почистили и решили отдохнуть. Теперь отдыхают рядом с нами. Мы прямо возле них стоим, а они спят. Головы положили себе на перышки и спят. Вот так вот наблюдаем за красивыми птицами. Вышли на берег и спят. Не в гнезде. Да, не возле гнездышка, а тут на бережку. Да. Не выбрали же это место, да?
Да. Хотя людей много. Уточки там резвились. Ой-ка! Кря-кря-кря-кря. Они-то трогают водичку. Ну как, холодненькая еще? Ну такая прозрачная, да, водичка? Похлюпать можно, но только не промокни, хорошо? Молодец. С деревца, да, упали? Да, такие как? Сережки. Мы называем их сережками, да? Да. Единое перышко плавает теперь в водичке, да? Проснулся. Еще вычесывает себе перышки. Ну вот они такие классные. Подписывайтесь на наш канал Колибри Арт и ставьте лайк. Пока!